Добрый день. Сегодня мы с вами рассмотрим возможности миграции с платформы Power BI на Visiology. Рассматривая дашборд на Power BI, мы с вами можем видеть такие виджеты, как фильтр, KPI, горизонтальная диаграмма, диаграмма водопад и воронка. Рассматривая вторую страницу, мы с вами можем видеть фильтры, карту и прямую таблицу. Рассматривая данный дашборд и модель данных в системе Visiology, мы с вами можем видеть, что у нас есть фактовая таблица и таблица-справочник для регионов. Данные системы Power BI были загружены через CSV-файл, что аналогичным образом было загружено и в систему Visiology. Система Visiology не может загружать файлы Power BI напрямую. Данный справочник регионы был дополнительно подготовлен и загружен, так как система Power BI может строить карту с помощью названия городов. Система Visiology этого сделать не может и для этого использует HK-код. Связи в системе настраиваются автоматически с помощью перетаскивания. Если связь построить нельзя, то система нам об этом сообщит. На данный момент отсутствует связь многие ко многим. Рассматривая непосредственно дашборд, сейчас мы с вами находимся в режиме редактирования. И можем видеть следующие виджеты, такие как горизонтальная столбчатая диаграмма, комбо-график, круговая диаграмма, фильтр, фильтр с датой, прямая сводная таблица, картинка, текст и возможность построить кастомный виджет. Система Power BI, так как система Power BI и Visiology используют для расчетных показателей язык DAX. На данный момент не все функции DAX присутствуют в системе Visiology, и согласно roadmap 2024 года, многие функции должны быть добавлены. Мы с вами можем видеть, каким образом у нас строятся расчетные показатели в системе Visiology, используя язык DAX. Давайте рассмотрим наш дашборд поближе. У нас присутствуют в системе фильтры, KPI, горизонтальная диаграмма, диаграмма водопад и еще одна горизонтальная диаграмма. Как в Power BI, мы с вами можем видеть, диаграмма водопад была построена с помощью языка R. Система Visiology не может строить виджеты на языке R. Для этого она использует JavaScript. Мы можем добавлять кастомные виджеты на языке JavaScript, используя библиотеку HighCharts. Справа снизу мы с вами можем видеть горизонтальную диаграмму. Она была использована после анализа дашборда. Мы с вами можем видеть, что на Power BI для воронки не было логики, поэтому диаграмма была изменена на горизонтальную для более детального построения данных. Были некоторые сложности при построении расчетных показателей, так как на данный момент в системе Visiology отсутствует возможность сравнения с периодами. Рассматривая вторую страницу, мы с вами можем видеть такие виджеты, как фильтр, карта и прямая таблица. Карту мы можем приближать, выбирать определенную область. Также можем фильтровать по определенным городам. Наши виджеты будут автоматически перерисовываться. Мы рассмотрели с вами возможности системы Visiology при миграции с Power BI. Спасибо за внимание.